Вперед! Давайте сейчас пойдем туда, как ни в чем не бывало, как будто мы просто гуляем. А потом? Потом? В конце фотосессии я приглашу его на фруктовый коктейль. Мы поженимся и будем жить долго и счастливо в красивом доме. А потом заведем двоих детей. Нет, лучше троих. Или собаку, или кошку. Нет, не кошку, хомячка. Обожаю хомячков. Давай ограничимся тем, что пройдем мимо, и ты попробуешь пригласить его на коктейль. Потрясающе, супер!